И зарядку сделать, и в футбол поиграть. В Сургутском парке Засаймы завершилось строительство многофункциональной спортивной площадки. Ее возведение проходило в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда». Контракт на строительство подписали еще в прошлом году. Стоимость строительства составила 14 миллионов рублей. Проектом предусмотрено две площадки. Одна для игры в футбол и баскетбол, вторая для воркаута. Этот спортивный объект – один из этапов реализации большой программы по благоустройству парка Засаймы. В следующем году строители должны завершить набережную, которая полностью преобразит данный участок парка. Эта площадка полностью, как вы видите, здесь реализовано наливное резиновое травмобезопасное покрытие в зоне тренажеров и на игровом поле. Также установлено тут несколько десятков тренажеров и воркаутов для различных занятий. Ну и, соответственно, футбольное поле, мини-футбол, баскетбол и так далее. Софинансирование окружное и федеральное у нас осуществлялось здесь на этом объекте. Договор заключен в прошлом году. Вот по сегодня, значит, работы все выполнены. Есть еще дополнительные работы по освещению, по просьбе жильцов, жителей нашего города. Мы эти работы выполним чуть позже, но это не в рамках уже контракта.